И как мы уже анонсировали, на железнодорожном вокзале в Шымкенте начались специальные учения, связанные со вспышкой коронавируса. На прямую связь со студией выходит коронавируса в Китае, прошу прощения. На прямую связь со студией выходит Катерина Попкова. Катерина, здравствуйте. Расскажите, что у вас там сейчас происходит? Здравствуйте, Динара. На железнодорожном вокзале Шымкента впервые готовится отработать непростой сценарий. По легенде, в одном из поездов, который едет из Нур-Султана в Сарагач, обнаружили подозрительного больного с признаками коронавирусной инфекции. На перроне с 10 часов утра его уже ждут службы экстренного реагирования. Вот они сейчас за моей спиной. Готовность номер один. Поезд приедет буквально через 5 минут. Там также в поезде находятся десятки других пассажиров, здоровых. И на изоляцию у специалистов будет всего несколько минут. Справятся ли они с заданием, будут наблюдать руководители различных ведомств. Во время учений вокзал работает в штатном режиме, люди могут свободно передвигаться. Ранее в городском департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг сообщали, что эпидемиологическая ситуация в городе стабильная. В 12 компаниях Шымкента работают 243 гражданина из Китайской Народной Республики. Под наблюдение взяли тех, кто в ближайшее время ездил к себе домой. Более подробную информацию я сообщу уже в следующем выпуске новостей. Динара. Спасибо, Катерина. Катерина Попкова из Шымкента была на прямой связи со студией. Там сейчас специальные учения.